Всем привет! С вами канал «Вкусно и кошерно». И сегодня мы приготовим курочку. Быстрый ужин за 30 минут. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомлений о новых выпусках. Готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Итак, нам понадобится куриные ножки, тут 600-700 грамм, половина луковицы, 3 яйца, 3 помидора, зелень, соль с перцем и масло для зажарки. Начнем с курицы, так как она готовится дольше всего. Надо налить масло. Куриные ножки я разрезала пополам. И теперь перекладываем их в сковородку, чтобы пожарить первыми. И пока курочка готовится, нарежем лук. Сначала лук очищаем от кожуры и оставляем корневую систему. Нарезаем вот так на мелкие полосочки. Теперь корневую систему можно удалить. Разрезаем луковицу пополам. И получился лук полукольцами. Лук нарезаем полукольцами, а помидор кубиками. Когда курочка полуготова, добавляем сюда лук. Добавляем чуть-чуть масла и жарим до полуготовности. Под закрытой крышкой. Когда лук начинает менять свой цвет на более белый, добавляем помидоры и соль, перец. Также я люблю в мясо добавлять итальянские травы. Каждый может добавить те приправы, которые ему нравятся. Можно кориандр, карри, все, что вы любите. Теперь все это перемешиваем. И готовим под закрытой крышкой еще минут 8-10. Пока все это готовится, приготовим яйца. Яйца надо взбить до однородной массы. Теперь нарежем зелень. У меня здесь кинза и укроп вместе. Теперь сюда можно добавить яйца. Ребят, смотрите по вкусу, сколько соли добавлять. Кому-то побольше, кому-то поменьше нравится. Так что пробуйте так, как вам вкуснее. Тоже все перемешиваем. И готовим под закрытой крышкой еще несколько минут. В конце добавляем зелень и готовим еще несколько минут. В конце высыпаем оставшуюся зелень. Приятного всем аппетита! С вами был канал «Вкусно и кошерно». Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, чтобы не пропускать уведомлений о новых выпусках. До скорых встреч. Пока-пока.